я сейчас отправил, чтобы я всегда был со всеми, проверял давление. Это весит на давление. Помогай. Идет со временем. Пятый. Пизда там. Планы, как всегда, планы, как всегда, побеждать. Но иногда обстоятельства вносят свои коррективы. Поэтому опытом прошлого этапа мы научены, что расслаблять буки – это прям не очень хорошая тактика. Поэтому настраиваемся по-всякому, по-разному, энергетически, физически, морально, аморально на результат и стараемся сохранять спокойствие и действовать хладнокровно в спортивном смысле этого слова. Ну, в прошлый раз у нас вообще все чуть-чуть пошло не по плану, да. Я выехал на первую сессию, решил почему-то поэкспериментировать с давлением и скатился сразу же на шестую или на седьмую позицию. И на второй сессии был очень агрессивно заряжен, чтобы отыгрывать все это дело, но и переагрессировал переключением передачи и похоронил коробку. Поэтому на этом у меня вся история закончилась, и у меня был техскор, что конкретно мне напортачило с годовым 7 результатом. Потому что я шел на первом месте, сейчас на седьмом из-за техскода. А у Александра Сергеевича все было хорошо, все было стабильно, все было по плану. Он шел железно на второе место в группочке в СК 4000 классе, но на третьей сессии тоже машина что-то зачихала, как выяснилось, что это был дроссель, дроссель заклинило. И в итоге казалось бы, что тумба у нас уже в кармане, но получилось финишировать на четвертое место. И поэтому мы откатились по результатам тоже чуть назад. Team Secret, наши соперники по командному зачету, выскочили вперед. Сегодня будем стараться изменить эту турнирную таблицу, поэтому как-то так. Меня зовут Журбин Александр. Я работаю в команде ASP Racing. Занимаю должность графического дизайнера, создателя всех ливреев на автомобилях, которые здесь присутствуют, также на дрифте. И в целом каждый автомобиль, который выглядит в нашей команде ярко, моя заслуга. Да он самый много спит в нашей команде. Рассказываю. Сейчас находимся на тайм-атаке. В целом движуха очень прикольная. Мне, конечно, больше нравится дрифт, но тайм-атак тоже очень интересный в плане борьбы со временем. Я с первого этапа этого сезона посещаю каждый этап, потому что здесь есть чем мне заниматься. Я там подклеиваю, переклеиваю какие-то наклеечки, что-то добавляем, что-то меняем. В команде на этом этапе я желаю, конечно же, победы в каждом классе, каждому пилоту. Побороться за лучшее время круга. Кстати, сегодня, да, сегодня у нас два пилота едут от ASP Racing. Это Вадюха, он вернулся с учебы, прошел акклиматизацию полноценно, сегодня он в строю, сегодня мы рады его будем видеть тоже на трассе, на треке, и надеемся, что он покажет хороший результат. Всем привет, меня зовут Вадим Прокопец. Сегодня у нас четвертый этап на Соколе по автослалому, и это мое открытие сезона, так сказать. Ну, посмотрим, что будет. Я выступаю в классе СК 4000 на своей ГРБ STI. Ну и у нас сегодня наш молодой пилот Диас выезжает в свои первые соревнования официальные. Вот, и хотелось бы ему пожелать тоже удачи. Диасик, давай. Всем привет. Меня зовут Нуртаев Диас. Я в новой молодой команде ASP Racing. У меня сегодня дебют. Я буду выступать на Subaru BRZ в классе СК 2000. Я очень рад этому. Буду показывать результат. Сколько тебе лет? 16. Сколько тренировок до этого было? Тренировок много, но в команде я месяца два. Почему выбрал Subaru? Нравится задний привод. Соотношение мощность-вес, управляемость. Меня зовут Хеониди Константин. Мы сегодня выступаем на четвертом этапе. Выступаем за команду Герат Рейсинг на Subaru VRX STI 2003 года. Просто пришел, увидел, победил, да? Только так побеждаешь, по-моему. А другого никак невозможно победить. За последний, вот, наверное, год-полтора у нас сильно все так вот изменилось по сравнению с тем, что было раньше. Стало намного веселее, намного интереснее. И участвовать, и наблюдать, я думаю, тоже вполне интересно всем. Это, кстати, чемпион Анлима, с которым я давным-давно хотел там погонять, но вот в этом году это получается, потому что в прошлом году он пропустил, в этом году едем мы с ним в одном классе. Меня зовут Намейка Артур,
пилот команды Porsche Racing Team. Четвертый этап. Всем желаю удачи, побед, ну и без поломок обязательно. В целом все огонь, на самом деле, заряженный на результат. Настроение есть. Это, ну, для позитива мы так говорим, но на самом деле не без проблем. У нас сегодня утром тоже лег мотор у Александра Сергеевича. Мы это диагностировали в 11:30, уже, можно сказать, почти дня, и машина с 12:12 только уехала на сервис. Ну, в общем, вот как-то так. Плюс по Ярису у Пети тоже хотели его донастроить, и у него лег комп. И сейчас везут там какую-то шину специально для мотек-переходника, чтобы можно было это все заработать, задействовать. Если вопросов больше нету, тогда, пожалуйста, все по автомобилям выезжаем на трек, все попадут. Повесил датчики, конечно же. Всем спасибо. Все, ждем всех. Да. Боря, у тебя что, недовес, что ли? Ну что, мы находимся на четвертом этапе чемпионата по тайм-атаку. На сегодняшнем этапе нас представляет практически все тот же самый состав. Это Александр Сергеевич Прокопец, Воронков Олег, Лукьянов Павел, Бородин Петр. Это те пилоты, которые едут в зачет команды, которые борются за командный зачет. Приготовились в полном боевом духе, но сегодня машины наши снова нас начинают подводить. Это опять очередной мотор на машине Александра Сергеевича, на Subaru. Ребята сейчас, наверное, я уже не знаю, летят сюда, подлетают каким-то образом чудесно, поменяли мотор. И мы сейчас надеемся, что мы успеем выехать на старт. Также просто в течение дня ничего не предвещало беды. Автомобиль Пети Бородина, Toyota Yaris GR, компьютер завис. Машина перестает запускаться, не едет, ничего не происходит. Все полностью в онлайн-связи пытаются решить эту проблему. Поэтому на данный момент пока у нас нету двух боевых машин, которые основные. Поэтому очень сильно надеюсь, что все-таки мы выйдем на старт и дадим бой. Благо, у нас был другой компьютер. Сейчас она завелась на нем, но непонятно, будет ли она работать корректно, будет ли она такой же быстрой, как она ехала, потому что сейчас просто комп со стоп-прошивкой, а подключиться к нему не можешь. Куча сложностей. Пока непонятно, поедем ли мы куда-то или нет. Но, в общем, надеемся. До старта совсем чуть время. Выступать, возможно, что вы будешь, да? Да, может, все так и... Посмотрим, как все сложится. Нет, такого не может быть. Там была проблема с компьютером, поскольку я в курсе, что его удалось решить с помощью мотека и какого-то другого переходника, поэтому вроде как там все работает. Не факт, что все будет работать корректно, это есть, но вроде как все работает. Ваня! Он тебе твои похуже, да? Потому что он это... Ему некогда грень сейчас. Сейчас она просто на прошивке, на стоп-прошивке. Но Жан там что-то подправил, но она не настроена. Вообще нам сказали, это нельзя так ехать на гонку, но решили идти ехать как есть, идти ва-банк и просто уже пытаться показать результат. Ну, у нас задача стоит вообще в целом, то есть на результат. В каждой сессии первую попытку едем на результат. Дальше максимально стараемся ехать не разбалованно, строго, а и сконцентрированно именно первый круг. А дальше второй, третий круг. Смотрим на температуру машины, на поведение. Если она позволяет нам, дает возможность там еще ехать, тогда мы пробуем улучшиться. Если нет, то мы не рискуем. Важно завершить эту гонку без тех сходов и как можно выше на тумбочке, потому что нам нужно отыгрываться. Специально же, чтобы это слышно было, что делает. Определение по звуку. Так, вот я закидываю пластиковый хомут. Сейчас я его зацеплю. А что заезд? Потом, я не даю комментарии. После заезда.
поехали. Да пиздец. А вы не видели Вовку? Вовку. Он мотор сегодня с утра бахнул у Александра Сергеевича. 12 часов, 12.30 увезли машину. Только сейчас привезли. Ее завели первый раз, запустили первый раз здесь. И сейчас выгорает пермалента. Просто ему скоро выезжать боевые круги. Если не выгорит, то она может полыхнуть машину. А, да. Последняя ошибка. В каждой сессии мы выбираем только один лучший круговой. И командный зачет, или командный зачет более важен для ребят, чем лично зачет. Я смотрю, убил. Так, а у нас никто же 4 не едет, да? Ну, 4 несколько. Пытались залезть, пока не будет проката, а там столько народу. Да, не, выходные, по-моему, не вариант. Даже если для того, к нему тяжело. Да. Теперь даже большое кольцо не катают. Пока нет. Удачи. Удачи. Спасибо. Спасибо. Задние и передние назад надо просто поставить. Тебе поменять. Передние назад, а то вот заднее на него одеть тут. Которая перебортовая. Да, которая ванина. А, сейчас теперь поменяю хорошо. Этот оставляй, его назад просто. На вот этот диск, вот это колесо, его вперед. Чек не погас. Нет, чек там. Просто будто рад. Опять тут такое зависание, и потом опять, как будто как трекшн, что ли. Трекшн все отключили, посмотрел. Ну, не дальше не трекшн, а еще что-то какое-то какое-то зависание. А что толку? А ты сколько проехал? Нет, иди машину менять. А сколько ты проехал? Я что, на горе? А нет, езжай сам. Нет, 42 же время. Ты-то 44 проехал. Нет, все. Не надо. Я пошел ее прокатить, слышишь? Нам. Время. За несколько часов. Вот прилетели сейчас на стройку и сразу в бой. Посмотрим, что покажет наши труды. Думаю, что будет вот так вот все. Решимся? Да, все будет отлично. Лопнула головка, трещина. Ну, похоже на это. Не знаем, будем разбираться с Джоником, смотреть моторы. Дальше такие моторы точно собирать не будем. Надо найти причину, выявить ее, из-за чего это происходит. Потому что за наш опыт здесь работы этого не было никогда. Но сейчас что-то вот уже второй так мотор ложится. Именно с водой проблемы. Александр Сергеевич, машину поднастроили. Вот он выезжает на заезд. Сейчас будем смотреть на результат. Двигатель-то есть, он такой же, как был. Просто вообще не настроен. Вообще все хорошо. Закончилась тренировка. Я поехал, новую резину одел, обкатать. И она затроила, и все, и никуда не едет. Какие шансы, что будет все в порядке?
Или все будет? Нет, и все будет точно в порядке, просто вопрос о результатов. Мы будем стараться, будем пить. А то, что оно сейчас нагревается. Не-не, нормально. У меня есть предложение. Мы сейчас просто идем и вот там что-нибудь откручиваем. Сейчас у нас наставим. Нет, зачем? У Александра Сергеевича на машине, там, скорее всего, брак по мотору. Заводской брак. Второй этап, вторая такая же история. Во вторник поедут разбираться, смотреть, потому что нужно исправлять эту историю. Так очень хреново. Пацаны вывозят это все за там, 3-4 часа, там, перекидывая мотор. Это, конечно, круто, и им респект, но в целом это жопа. Я прям выхожу на лугу, ну блин, она не едет. Ну, значит, ее тащит. Там будет тело. По-любому, да. Че такое? БРЗ вперед, прогоните. Уберите это. Окно как опустить? Опускается? Нет, надо два полиса. Просто гранату надо вытащить. Гранату можно. Да, да, давай, давай. Только подержите. Нет, с той стороны держите больше. Да, часть. Кто-то толкает, кто-то придержит. Подожди, моя макрышка сейчас положу. Да нет. Надо окно открыть. А, нет, давай. Не открывается. Давай, поехали. Раз, два, три. Еще. Все. Придержи, пойдем. Поддержать сложнее. Держим. На, что-нибудь под колеса положим. Еще кто-нибудь сюда. Кто-нибудь сюда, одного колеса. Ну, она тяжелая, сильно, она пошла. Да, катай. Помогите кто-нибудь еще. Кто-нибудь помогите. Свободные руки. Олег! Я не понял. Бля, Петя, ой, Паша, тебе ехать надо. Закрывай. Не, Олег едет. А, Олег, давай бегом. Олег. Подожди. Что? Блядь. Олег, приезжай. Русь, прием! Ответил. Главный судья на связи. Олег Воронков не успел за 5 минут заехать на питлейн. Я его не пускаю. Здесь команда Б просит, пожалуйста, запустить автомобиль Олега Воронкова. Сейчас, ожидай, пока как раз таки Третьяков разговаривается. Да. Все, Третьяков, пусть он пока здесь стоит. Если мне дадут разрешение, я его пущу. Все, сейчас. С решением вопроса Олега Воронкова. Пока решения нет. Ждем ответа. Запускаем Воронкова. Запускаем. Пожалуйста, в следующий раз так не повторяйте. Чтобы вопросов не было. Все, обгадил он в наличии, да. Не обгадил, он показал это никак, типа, на нем, но не было в наличии, он говорит, вам туда не будем искать его. И как бы как-то так. А тут конкуренция начинает появляться, все начинают смотреть за этой историей, то есть, и оно начинает работать.
парни, вы обещали нас не снимать. Ну, или, по крайней мере, незаметно. Такое ощущение, что вы прям на нас уже залезли. Не, ну вы не предупреждали или нет? Нет, мы поговорили, предупредили, сказали, мы не навязчиво, тихо. Мы сказали, будете незаметно. Кстати, надо двигаться. Я круг проехал, на третьей передаче, просто ее нету, она не заруливает, ничего не заруливает. Я второй круг поехал просто на второй передаче, бля, засунул, чтобы она хоть куда-то попадала. Никуда не заруливает, никуда, ну нету и руля, и все. Мы его тут затолкаем, бля. Почему я в такой огненный приехал? Просто в целом, то есть, как бы, когда на старте стоишь, то есть, ну, идет мандраж предстартовый там, и когда что-то идет не по плану, оно прям у тебя обостряется все. А тут я сажусь за машину, мне говорят, не нужно, мы сами выгоним машину. Я иду помогать туда. Отсюда кричат, все, Воронков, нахуй, блядь, салам алейкум. Я думаю, блядь, прикольно. Туда пока встегнулся, рацию встегиваю, не работает. Давление какое? Не знаю. Встегнулся, кнопку не включил и все. Но она реально дает прям очень большую разницу. Надо доставать, надо отыгрывать. Будем бороться. Рации у тебя что, ты на первом месте сейчас? Нет. Ты как нет, блядь? 38 секунд идёт. Да, я не смотрел время. Ну, я тебе говорю. Рядом? Да. С чьей машины вы сняли запчасти для Роги? Механик. Машина механик? Да. Единственная УАЗ-2109, которая стояла в закрытом парке, на парковке, оказалась нашего выключения. Долго сопротивлялся очень, не хотел давать. Николай по старшинству решил вопрос быстро. Вот это время, блядь. 2,7. Ну, нормально. Он секунду здесь еще снял, уже 2 секунды везет всем. Первую сессию я проехал за 45,5. На второй сессии я уже улучшился и проехал за 45,3. Я считаю, как-то надо улучшаться в третьей сессии. Очередной этап тайм-атака для нас не складывается.
С утра все было замечательно, машина ехала, показывала хорошие времена, и мы решили немного подстроить программу, потому что она жаловалась на некоторые ошибки. Начали подстраивать, и по итогу у нас произошли проблемы с компьютером, вся программа слетела, и машина перестала вообще заводиться. Сейчас вот что-то подкорректировали, и на вторую сессию должно быть лучше. Но первая получилась провальная, ну не совсем провальная, да, там четвертая или третья позиция, что-то такое. Но не то, что мы рассчитывали, потому что время на тренировках было очень хорошее. Эту неделю всю настраивались и хотели показать результаты лучше. Два голубя зрителя. Два воробья. Сегодня, видишь, уже больше. Побольше надо. Даже жена пишет. Паспорт держать? Да. Их. Что думаешь, кто победит сегодня? АСТ. Александр Сергеевич на первом. Паша на уже в той сессии на первом. Александр Сергеевич на первом? Да. И Паша на первом? Да. И ты веришь, что Олег отыграет? Конечно. На каком месте будет? Будет? Да. На первом. Ну, ты готова поговорить наконец на канале? Угу. Она хотела, чтобы засветиться на SP Racing. Я в SP Racing! Вот, смотрите. Сегодня в зачет едем таким составом. Александр Сергеевич, вас Сейчас ждем результат Александра Сергеевича. По первой сессии он занимает первое место, там небольшое. Тем не менее, как бы он едет впереди. Плюс ему сейчас подкорректировали машину, потому что он сразу же без настройки выехал. Сейчас ему еще подкинули там 70 или 80 лошадей. Верим в то, что сейчас результат улучшится у него. Есть возможность достать. Не так все у него. Сейчас будет доставать. Сколько проехал? Я проехал 41,2 я проехал. Мамейка проехал 41,380. Ой, 40. Короче, да, меньше секунды. Так что, ну, достану сейчас. Ну, нигде, ни в один я не попал. Ни в один. Она еще не греется, резня? Все первый круг вообще беда. Все нормально, можно было. Я ее, ну, все, она просто ехала прямо, блядь, везде.
Привет, незаметные парни. Там напрямике выход организовать и третью туда. На рогах его залететь, чуть-чуть позднее в торможении. Все, кто будет. И выезд оттуда все равно я сюда заезжаю. Долго же, нужно вот так вот зайду сейчас. Не, вот это. И вот здесь. Не-не, вот так. И вот эту историю тоже сейчас сделаю так же, как. Ну это было. Ну как не надо. Давай, в первое место. Давайте ждем вас. Первыми местами. Кто вы последний? Нет, я вылететь-то не вылетал, но ведь я понял уже, что теряю. С одной стороны вижу, теряю. С другой стороны понимаю, у меня уже резина перегрета, я лучше уже точно не поеду. А русский со временем? Нет, сейчас я еще первый. Нет, но меня объехали во втором. Я с Матягиным 0.05 друг от друга. Он меня объехал на 0.3. Я его в прошлый раз объехал. Еще же один раз объехал. Да. Нет, я теперь нормально поеду. Да, да. Финальная третья сессия завершилась, удалось показать, не знаю, время там, нормальное время, тройки там лидеров, машина хоть и постепенно мы ее настроили, к третьей сессии настроили, ну еще надо дорабатывать, конечно, получилось бы ехать быстрее. Тайм-атак что-то, как и дрифт, выпендривается в этом году, мы всех перетерпим, все сделаем и будем победителями в любом случае. Хорош! Хорош! Есть, блядь! Первая сессия прошла неплохо, такая разогревочная. Вышло время не сильно хорошее. Но я проехал вторым, но потом меня, конечно же, люди, у которых тачки покруче, они меня обошли. Ну, это не о тачках дело, конечно. Вторая сессия тоже. Главное то, что я улучшил с собой результат. Буквально там на 0,3 секунды, но результат уже результат. Все круто, все супер. Все связано с тем, что я обучаюсь за границей, и мне еще год остался, поэтому я не могу как бы полноценно и в тренировки влиться, и в соревнованиях очень классно выступать. Но как только закончу, так сразу приступим по полной программе и будем уже добиваться настоящих высот. Вперед, АСП. Фу, да пока ничего говорить не хочется.
ждем заезд, финальный заезд. Рад, офигенно рад, наконец-то стал гражданным. Первое место он сам согреет. Мы старались как могли. И получилось. Следующий как раз получилось. Какие напутствия на дальнейшем? Напутствия какие? Надо больше тренироваться. И главное, на одной и той же машине катать, вкатывать. И высыпаться. Куда высыпаться? Ну просто. По жизни. Давай, тебе следует. Не, да ладно, знаете, да вот что я хочу. Мы отдаю. Я честно скажу, что вот это вот расстройство, то, что там что-то не получилось сегодня, перекрывает первое место конкретно, поэтому поздравляю. Это прям вот... Ну и первое место Лукьянов Павел. О, а тебе ставим. Прямо евро, блин. Ад в 5 семей, Жигули и Витуты. Не надо было вторую передачу втыкать, короче, с ним, да, надо было третью. Здорово. Здорово.